Синодальный миссионерский просветительский отдел Белорусской Православной Церкви и благотворительный фонд семьи поддержки семьи, материнства и детства «Покров» реализуют творческий семейный проект «Чтение Псалтири вместе. Преемственность поколений». Начинание приурочено к 1030-летию православия на белорусских землях. Все участники творческого проекта из Беларуси получат ценные подарки. Для участия в проекте предлагается всей семьей прочесть заданный отрывок из Псалтири в русском переводе, записать на видео и прислать его организаторам проекта. Итогом станет общее видео, смонтированное из всех присланных работ. Для участия в проекте необходимо до 17 ноября включительно вступить в сообщество «Чтение Псалтири вместе» в Viber. Для этого организаторы предлагают отправить посредством Viber смайлик на номер телефона +375 29 385 16 09. Для подтверждения участия в проекте «Чтение Псалтири вместе» необходимо будет выслать значок «Сердечко» и свой номер телефона. На него будет выслано задание, какой именно текст из Псалтири необходимо прочесть всей семьей. Псалтырь выбрана, потому что Псалтырь – это самая важная книга после Евангелия для христианина. И в Псалтыре все есть для души. Она ангелов привлекает, демонов отгоняет. И человек, который читает Псалтырь, он найдет все струнки своей души в радости или в горести, в нестроении или в благодарении. Поэтому мы ожидаем, что семьи, которые будут читать Псалтырь, они будут получать вот эту радость и общение с Богом. Снова возродится преемственность поколений, когда семьи собираются и читают Псалтырь. Как раньше времена были, что читали псалтырь семьями, учили наизусть псалмы. И вот эту вкусить сладость, почувствовать эту радость псалмов, мы ожидаем, что почитают семьи. Мы ожидаем также, что когда семьи почитают и издастся презентация, многие другие семьи захотят вкусить тоже эту сладость. И Господь домилует нашу богохранимую страну, видя, что белорусские семьи от всей души, участвуя в этом проекте, от всей души читали псалтырь своими сердцами.